Елабуга в очередной раз собрала самых преданных почитателей творчества Марины Цветаевой в рамках 11-х международных цветаевских чтений. В качестве организатора мероприятия наряду с Елабужским государственным музеем-заповедником и Министерством культуры Татарстана выступил и Елабужский институт КФУ. Участников ожидала насыщенная программа, включающая в себя как научную, так и творческую работу, музейные выставки и представления с участием популярных артистов театра и кино. Елабуге я 7-й раз. Это один из моих любимых городов. Каждый раз, когда приезжаю сюда, я обязательно в одиночестве поднимаюсь на чертово городище и наблюдаю этот прекрасный, совершенно неповторимый вид слияния рек Тойма и Камы. Нынешние цветаевские чтения характерны тем, что на первое место вышли различные такие театральные моменты. Было решено как бы сблизить вот эти праздники с, ну, так сказать, с обыденным жителям, да, с обычным гражданином Российской Федерации, может быть, не очень знающим поэзию, может быть, не очень понимающим, и посредством театрального искусства, каких-то вот таких мероприятий знаковых. Я любовь узнаю, пожили всего тела вдоль сночи. Впервые по инициативе Елабужского музея-заповедника был организован проект единого урока, посвященного Марине Цветаевой. В день открытия цветаевских чтений во всех учебных заведениях города прошли уроки, на которых каждый желающий мог прочитать одно из стихотворений поэта, а урок сценического мастерства ребятам преподнесли актеры Русского драматического театра «Мастеровые» из Набережных Челнов. Большим творческим подарком для студентов и преподавателей Елабужского института стал моноспектакль «Последний день» в исполнении Светланы Романовой, актрисы Казанского академического театра имени Качалова. Спектакль основан на письмах, дневниковых записях и стихах Марины Цветаевой. В течение одного часа перед зрителями проносится буквально вся жизнь поэта, ее чувства и страхи, мечты и разочарования. В завершении представления лирическая героиня приходит к своему трагическому финалу, но перед этим громко заявляет о том, что ее творчеству рано или поздно обязательно найдется место в памяти потомков. Я очень люблю этот город, правда. Он необыкновенный. Сохранил вот старину, это вот купеческие дома. Я очень рада, что мы играли вот в этом потрясающем учебном заведении с такой историей богатой, очень интересной. И такие сегодня были ребята, они так хорошо слушали. Они мне помогали своим вниманием, своим участием. И они были очень искренни в этом. Они все понимают, они все принимают. Только надо с ними побольше, почаще обо всем этом разговаривать. Моим стихам, моим стихам, написанным так рано, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, что и не знала я, что я поэт. Сорвавшимся, как брызги с фонтана, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиан, святилище, где сон и фимиан, моим стихам, моим стихам, о юности и смерти, о юности и смерти, нечитанным стихам, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, где их никто не брал и не берет, моим стихам, моим стихам, как драгоценным винам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Санкт-Петербург и небольшие города Воронежской области, Республики Татарстан. Важнейшая традиция цветаевских чтений – вручение 12-й по счету литературной премии имени Марины Цветаевой. В этом году торжественная церемония состоялась в Большом зале Городского дворца культуры. Почетные награды были удостоены 4 человека. Воронежский поэт Александр Нестругин, бард и композитор из Москвы Виктор Леонидов, главный редактор журнала «Аргамак Татарстан» Николай Олешков, а также старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой в Москве Наталья Шейнян.
Каждый из лауреатов премии внес большой вклад в изучение и популяризацию творчества Марины Цветаевой. Дело в том, что я в свое время 7 лет работал в доме Марины Цветаевой в Москве на Борисоглебском переулке, дом, откуда она уехала за границу в 1922 году. И там была создана первая такая свободная открытая библиотека по русскому зарубежью. И поэтому, конечно, я очень много работал с людьми, которые занимались наследием Марины Ивановны. То есть для меня Цветаева не только гениальный поэт, да, но еще часть вот моей какой-то личной биографии. Особенно яркими страницами нынешних цветаевских чтений стали творческие вечера с участием народной артистки России Светланы Крючковой, а также заслуженных артисток России Ольги Кабо и Нины Шацкой. Посетить эти спектакли могли не только участники чтений, но и горожане, а также гости города. А один из эпизодов театральной программы Светланы Крючковой вновь был сыгран на сцене Елабужского института. Так писать о любви, как Марина, не умел никто. Лучшие в мире стихи о любви Маринины. Я не могла сегодня прочитать много, да? Мы были ограничены во времени. Но я сама напросилась на то, чтобы в институте читать поэму «Горы», поэму «Конца» и письма к Радзевичу. Это тоже очень важно, потому что сейчас уже не умеют, наверное, так писать, а думаю, что многие умеют, но боятся, стесняются. Вот Марина была очень искренняя, она ничего не боялась. И мне кажется, что вот это умение не бояться показать свою любовь и глубоко ее прочувствовать, это то, чем надо делиться с молодыми. Я сама очень хотела, чтобы молодые послушали стихи о любви. Я могу еще 3 часа читать о любви, но я выбрала вот эту самую сложную. Не думаю, что все поняли, но многие думают, что поняли. Недовспомнивши, недопонявши, точно с праздника уведены, наша улица уже не наша. Сколько раз по ней уже не мы. Завтра с западу встанет солнце, с Иеговой порвет Давид. Что мы делаем, расстаемся. Ничего мне не говорит сверхбессмысленнейшее слово. Расстаемся. Одна из 100. Просто слово в 4 слога, за которыми пустота. Звук, от коего уши рвутся, тянутся за предел тоски. Расставание не по-русски, не по-женски. Не по-мужски, не по-божески, что мы, овцы, раззевавшиеся в обед. Расставание по-каковски. Даже смысла такого нет. Презентация литературного журнала «Аргамак Татарстан» позволила участникам и зрителям цветаевских чтений в очередной раз насладиться творчеством современных поэтов. В этом году журнал отмечает 15-летие со дня своего основания, и в честь этого события библиотеке Елабужского института были переданы в дар несколько свежих номеров. А красивым музыкальным украшением мероприятия стало выступление ансамбля Набережно-Челнинской филармонии. Есть только мир!
Россия – страна литературоцентричная, и в ней литература всегда играла важную роль, а в развитии литературного процесса литературные журналы играют особую роль. Они формируют читательскую аудиторию, они формируют литературные вкусы, они формируют литературные направления. Потому что все напечататься в журнале ведь не могут. Он ограничен по объему, ограничен по срокам выхода. Поэтому, естественно, главный редактор выбирает лучших. И вот этот сам процесс, он, естественно, и определяет развитие литературы. Вот это мы и постарались донести на конкретных примерах, конкретных поэтов сегодняшних. А то, что студенты Елабужского института смотрели это все с интересом, мы, конечно, очень рады. Заключительный день цветаевских чтений полностью прошел на базе Елабужского института КФУ. В первой половине дня были подведены итоги международного конкурса студенческих научных работ, посвященных биографии и творчеству поэта, а затем состоялся международный студенческий конкурс чтецов, в котором приняли участие более 60 конкурсантов из разных регионов России, а также из Китая, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Приднестровья.